уже оттуда спускали. Остановимся, машина остынет. Машины у нас две. Дальше уже такого не будет. Она help me to survive. Everybody is trying.
короче, все, надо немножко подождать, чтобы трактор уехал, потому что мы будем ехать, чтобы, ну, так. Он же не останавливается, увидел машину там тащит. Там еще один будет крутой подъемчик в одном месте, но уже не такой и затяжной. Это самое сложное начало, да. Ну, там в одном месте еще будет так немножко крутоватенько. Ну, да, резкого спуска, такого обрыва не видать. Здесь видишь, вот оно все, вот оно. Поснимай на видео хоть. Подъем наш. Рядом волчицы. Я снимала видео, потому что там сзади не очень.
хрен его знает. Дом, где жила ты, пуст и заброшен, и мхом обрастут плиты гробницы. О, маленькая девочка, со взглядом волчица. Вот этот, кажется, был еще сложный. Почему не смеются, когда расстаются, и начинают, и начинают все пополам уходить. Да нет, я трактор смотрю. Это смешно. Кажется, там две машины, но... Ну не бойся ты там сзади, ты когда глянись назад. Там смотри, какой бугор, блядь. Сразу видно, не первый раз спускается, как я. А он где? Он на джипе, блядь, еле ползут. Но. А это вот новосибирцы, а нет, кемеровчане. Да, видишь, он его до сюда дотянул, здесь уже он сам поднимается, здесь самые сложные прошли. Все, здесь уже Ира осталось чуть-чуть, такие самые легкие. Да пусть он вперед нахрен уедет. Мне подразогнаться, я бы скорости набрал, чтобы полегче заехать было, а он еле тащится. Но у него 10, скорее всего, и он попроще в этом смысле. Thank you.
еще один поворот и все. Но эти уже такие. Шел до самых окраин, один обожженный. Одиночество холода вдоль пустых белоснежных витрин. Под ногами лишь память осколками. Я вступаю в монастырь, где не знаю. Не хватит надолго, не остается лишь на бокаин. Все фальшивые улыбки, их выбрать всех, кто ты нет. Нигде любишь синтетику, заблокируй нервные импульсы. Мне срочно нужны анестетики. Да не чувствую, чуть спокойнее. Прими порозвеяны, мои флаги разорваны. Сплетаны мысли, побочные без возвращения к жизни. Ехал, мы сделали это!